Чем опасны снюсы и почему запретили их продажу, расскажут эксперты Роспотребнадзора. Ведомство запустило горячую линию, посвященную обороту никотиносодержащей продукции. Так, по результатам сравнительных исследований, которые организовал Роспотребнадзор, в указанной продукции концентрация никотина превышает допустимые значения в 20-30 раз. Это как одновременно выкурить 1,5 пачки сигарет. По телефону горячей линии югорчане могут узнать о рисках употребления снюсов, а также о том, что грозит продавцам за его продажу.